Всем привет и добро пожаловать на мастер-класс по вязанию очень красивой овальной корзинки крючком от интернет-магазина пряжи «Клубки в корзинке». Такую корзинку вы можете связать из пряжи любого цвета. Цветовую гамму можете подобрать, перейдя на сайт «Клубки в корзинке». Для вязания нашей корзинки нам понадобится всего лишь две маленькие бобинки пряжи «Селена». Длина нити в одной бобинке 45-50 метров и будем использовать крючок номер 10. Для начала нужно связать дно корзинки и начинать вязание вы можете любым цветом. Я буду начинать вязать лавандовым цветом, это цвет номер 011, а потом уже стеночки будем вывязывать лаванда плюс нежно-розовый, второй цвет номер 005. Берем пряжу и начинаем вязание, оставляем маленький хвостик, делаем первую петельку крючком и вяжем цепочку из воздушных петель. Количество петель вы можете набрать любое, и от длины вашей цепочки зависит размер донышка корзинки. Поэтому чем длиннее цепочка, тем будет, конечно же, больше корзинка ваша. Набрали, например, 13 петель воздушных, и теперь нам нужно обвязывать цепочку по кругу, чтобы получить овальное донышко. Для этого провязываем одну воздушную петлю для подъема на следующий ряд. И во вторую косичку от крючка, раз, два, вот она, вводим крючок. Провязываем столбик без накида, первый, и еще раз сюда же второй столбик. Дальше в каждое звено провязываем просто по одному столбику, вот таким образом, и вяжем до конца нашей цепочки. Вот так вот почти довязали до конца, осталась последняя воздушная петля. В нее нам нужно провязать 5 столбиков без накида. Первый столбик. Второй, третий, четвертый и пятый. В центральный третий мы повесим маркер, чтобы у нас было видно, где центральный столбик. Провязали 5 столбиков. Дальше напротив каждого вот этого столбика, который мы уже провязывали, провязываем по одному столбику. Довязали почти до конца, еще один столбик остался. С этой стороны мы сделали 5 столбиков без накида, для того, чтобы сделать поворот на следующий ряд. А с этой стороны вы помните, что мы провязали 2 столбика без накида в начале ряда. То есть не хватает еще 3. Значит, сюда же мы вывязываем еще 3 столбика без накида. Раз, два и 3. Третий это центральный столбик, и на него давайте повесим второй маркер. Вот так. Присоединяемся в вершинку самого первого столбика, вот сюда. И все, закончили вязать первый ряд. Вяжем второй ряд. Одна воздушная петля для подъема на следующий ряд. И в эту же вершину, куда мы вводили крючок, чтобы присоединиться, сюда же вводим крючок, провязываем столбик без накида. 1 и еще раз сюда же 2. Дальше в следующий 1 провязываем и 2. Потом в каждую вершинку провязываем только по одному столбику и довязываем до вот этого места, где у нас 5 столбиков. С этой стороны поступаем таким образом. Вот центральный столбик, в эти 2, что справа находится от центрального, мы провязываем в каждый по 2 столбика, раз, два, и в следующую вершинку также раз и 2. Снимаем маркер, провязываем в центральный 3 столбика, раз, два, вот этот второй центральный, вешаем сюда маркер и 3 вяжем. И теперь с этой стороны в эту вершинку и в эту также провязываем по 2 столбика без накида. Раз, два и раз и 2. Вот что получилось у нас. Дальше в каждую вершинку провязываем только по одному столбику. С этой стороны поступаем также. Вот центральный столбик, в каждую вершинку вяжем по 2 столбика. Раз, два. Опять раз, два, Снимаем маркер, провязываем сюда 3 столбика. 1, 2, 3. А в центральный из этих 3 опять же вешаем маркер, чтобы нам лучше его было видно. С этой стороны мы уже провязали по 2 столбика. Осталось только присоединиться соединительной петелькой. Вот так. Снова воздушная петля для подъема на следующий ряд. И дальше принцип вязания такой же. Вот где маркер висит, в эту петельку мы всегда провязываем 3 столбика без накида. И справа отсчитываем 1, 2, 2 вершинки. Слева отсчитываем 1, 2, также 2 вершинки. В каждую из этих 2 вершин провязываем по 2 столбика без накида. В начале ряда, вот здесь вот и в конце ряда. Таким образом мы вяжем каждый ряд, то есть все рядочки вяжутся одинаково. И вяжем донышко нашей корзинки до нужного нам размера. И сразу же в 3-м рядочке мы сделаем наше донышко немножко овальным. Провязала вот я 2 столбика уже в 1 вершинку. Дальше в каждую провязываю по 1. 1, 2, 3, 4. И теперь буду вязать уже не столбики без накида, а полустолбики. Вот таким образом. 2 полустолбик, 3. И всего нужно провязать 9 полустолбиков. Провязали 9. Дальше вяжем аналогично, как с этой стороны, 4 столбика без накида. 1, 2, 3. И 4. Ну а здесь вы уже знаете, что от центра каждые вот эти 2 вершинки провязываем по 2 столбика. На второй стороне провязываем все аналогично. В каждом последующем ряду вместо полустолбиков можно вывязывать столбики без накида. После того, как вы достигнете желаемого размера донышка, у вас должно получиться четное количество вот этих косичек. Четное количество вершинок ваших столбиков. Именно четное, чтобы получился узор, которым мы будем вязать дальше. В конце ряда присоединение мы делаем другим цветом пряжи. Вот так вот. И 1 воздушную петлю провязываем для подъема на следующий ряд. Первый ряд нежно-розовым цветом мы провяжем за заднюю полупетлю. Вот она. Вот она. В каждой косичке, видите, есть задняя полупетелька. Сюда вводим крючок и будем вязать обычные столбики без накида. В каждую вершинку за заднюю полупетлю провязываем по 1 столбику без накида. И так вяжем до конца ряда. На уголках мы также уже не делаем никаких прибавлений, просто в каждую вершинку по 1 столбику вяжем. Довязываем последний столбик без накида. У меня получился 28 столбик, вот это вот. И присоединяемся под вершинку самого первого столбика. Вот так вот. Дальше мы будем продолжать вязать узором тканевое переплетение. Есть 2 вида, как можно вязать данный узор: плотное тканевое переплетение и неплотное тканевое переплетение. На канале Клубки в корзинке уже есть 2 коротких видео, как вязать данные узоры. Перейдите, пожалуйста, по подсказке, посмотрите. Мы провязываем 1 воздушную петлю для подъема на следующий ряд. И дальше вяжем еще 1 воздушную петлю уже самого узора. Пропускаем 1 вот этот первый нижний столбик, над ним у нас будет воздушная петля. Вершинку следующего столбика провязываем столбик без накида. Вот так вот. Воздушная петля, пропускаем столбик, следующий вяжем столбик без накида. Воздушная петля, пропустили. И вяжем столбик без накида. Таким образом довязываем до конца ряда. И смотрите, в конце ряда у нас вот осталось 2 вершинки, 2 столбика. Нам нужно провязать таким образом, чтобы в последний столбик мы провязали столбик без накида. Потому что в начале у нас была воздушная петля. То есть должно быть непрерывное чередование. Воздушная петля, столбик. Воздушная петля, столбик. Так, я провязала воздушную петлю. Сюда вяжем столбик. Вот так. И присоединяемся, теперь уже мы сиреневым цветом, вводим крючок в воздушную петлю для подъема, которую мы провязывали, цепляем сиреневую ниточку и вот так вот протягиваем. Розовую ниточку также подтягивайте. Следующий ряд мы будем вязать лавандовым цветом. Вяжем воздушную петлю для подъема, И теперь там, где была воздушная петля, вот такая дырочка вышла, сюда вводим крючок и вяжем столбик без накида, вот так. А там, где у нас был столбик, над ним мы вяжем воздушную петлю. Вот что выходит. Значит, дальше, видите, снова эта дырочка. Вяжем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем столбик. И сюда же вяжем столбик без накида. То есть мы с вами вяжем, в принципе, то же самое, просто другим цветом. И довязываем таким же образом до конца ряда. Так, вяжем столбик без накида. В начале у нас был столбик без накида, значит, в конце должна быть воздушная петля. Провязываем ее и присоединение делаем вот сюда, вершинку столбика. Опять берем розовую ниточку, сиреневую убираем. Будем вязать опять розовой пряжей. Так, присоединились, подтягиваем ниточки. Вяжем воздушную петлю для подъема на следующий ряд. Снова вяжем узор тканевое переплетение. Для узора провязываем еще одну воздушную петлю, которая будет находиться напротив нашего столбика. И сюда, под эту воздушную петлю лавандового цвета, провязываем столбик без накида. Вот так. Воздушная петля. Пропускаем столбик. И сюда вяжем столбик без накида. Дальше все очень просто. Чередуем постоянно цвет ниточки, а узор вяжем тот же. Он очень простой и очень красиво смотрится в корзинке. Довязываем этот ряд до конца. И вяжем до тех пор корзинку, пока не получим желаемую высоту стенок нашей корзинки. Ну или просто вяжем до тех пор, пока не закончится какой-то цвет. Например, лавандовый цвет. Так как мы начинали вязать этим цветом донышко, и его ушло уже у нас больше. Видите, остался такой клубочек маленький, а розового немножко побольше. Я буду продолжать вязание и встретимся уже, когда довяжу корзинку до нужной мне высоты. Так как у меня осталось совсем немножко пряжи лавандового цвета, то и следующий ряд я провяжу также нежно-розовым цветом. Довязываю этот ряд. Воздушная петля. Присоединяемся вот сюда. Так, воздушная петля. И вяжем опять же столбик без накида. Сюда. Воздушная петля. Столбик без накида и так далее. То есть у меня подряд получится 2 рядочка розовым цветом. Довязали мы второй розовый ряд. Присоединение делаем лавандовым цветом. Вот так, воздушная петля. Еще одна воздушная петля, так как здесь столбик. И вяжем теперь лавандовым цветом. А теперь посмотрите внимательно. Если вы будете вязать, чередуя один ряд через один, то есть один розовый, один сиреневый, то у вас получится, видите, сиреневый столбик над сиреневым, розовый над розовым. А если будете вязать через 2 рядочка, то можно достигнуть, вот посмотрите, того, что столбики будут, вот сиреневые столбики, они размещены будут в шахматном порядке. Видите, не друг напротив дружки, а вот именно таким образом. И вы уже самостоятельно решаете, какой хотите, чтобы у вас получился рисунок, так и вяжите. Ну вот мы довязываем последний ряд нашей корзинки, так как уже не хватит мне сиреневой ниточки для того, чтобы провязать еще один ряд. Но если бы мы провязывали именно лавандовым цветом, то вот сюда бы мы, видите, сюда провязывали бы столбики без накида. И опять же получилось бы в шахматном порядке размещение сиреневых столбиков. Довязываем последний ряд, присоединяемся как обычно, оставляем ниточки сантиметров 10 и обрезаем ее. На изнаночной стороне, где мы меняли цвет пряжи, у нас получатся такие небольшие протяжечки. И нужно будет спрятать кончики, просто протянув кончик вот сюда в ножку. Получается такая петля. Цепляем еще раз и сюда вытягиваем. И очень туго затягивайте, не бойтесь. Никуда не распустится такой узелок. Можете так протянуть несколько раз, раза 2-3. И на этом, в принципе, будет достаточно. Лишний хвостик нужно просто обрезать. Ну и в этом месте, где у нас была дырочка, как вы помните в начале вязания, мы также протягиваем вот этот хвостик под дужки столбиков. Под любые произвольным способом вот сюда можете протянуть, потом обратно. И штопая, так сказать, нашу дырочку, просто прячем кончик. Давайте измерим высоту нашей корзинки. Получилось примерно 14 сантиметров. Корзинку таким узором можно связать не только овальную, а и круглую или квадратную. Как вязать круглую или квадратную корзинку, уже есть мастер-классы на канале Клубки в корзинке. Перейдите по подсказке и посмотрите. Также данную корзинку можно сделать с ручками или без, кто как любит. На этом, в принципе, все. Моя корзинка готова. Подписывайтесь на канал Клубки в корзинке. С вами была Ирина Акман и интернет-магазин пряжи и аксессуаров для вязания Клубки в корзинке.